Здравствуйте, уважаемые зрители. Новая зачилочка. На выбор у нас Зулус, Ацтек или еще. Челик, видимо, не в курсе, как дипломатии побеждать. Так, морской Зулусик, а там Англия, да? Волаф. И календарники какие-то. Почему? Ладно, есть холмы, хрен с ним, с календарниками, есть овечка. Может быть, даже какой-нибудь амбарничек найдем. Шальной. Пойдемте. Так вот играть. Там видно будет. Оп. Плюс темп. Так, ну, лагеры кикнули очень хорошо. Так, ладушки, оладушки. Что тут надо нам делать? Надо посмотреть побережье. Так. Так. Ну, короче, все хорошо у нас с расселением. Вообще не паримся по этому поводу. Блин, два хода она будет расти до амбарничка. Давайте подвинемся. О, еще ГГшка. Катманду. Десяточку. Так, дубину пора возвращать. Следующим ходом купим оленя. И лошадочку. Так, поехали. Олень, лошадочка. Что мы нашли? Варварцев, да? Давайте тут еще немножечко походим. Хорошее очень место вот здесь.
Мне бы руинку еще на жителя какого-нибудь. Давайте еще одного рабочего сделаем, пока быстренько. Ой, пешек понаходили на веру, просто кошмар. Это, кстати, хорошо. Ну, по всей видимости, будет какая-то морская зачилочка. Посмотрим, нужно ли вниз на речку сейчас вставать. Хочется найти еще одну руинку где-то. Снизу так-то неплохо. Ну, руинка. Еще ГГшечка. Слушайте, может быть, даже копишка мы какой-нибудь построим. Построить копишка. Поганый варвар. Построить копьишко, потрясти дань. Бежал. Так, чё по люксам? Шелк наш регионал. Опа, килик. Он чина австрияки. Так. Я думаю, мы не будем страдать фигней. Сразу сейчас расселимся. Давайте кинем ему дружбу. Опа, мы копье даже не это самое. Не будем строить, а просто его купим. Это же еще лучше. Так, он сверху и железком. Так, этот чел, давай-ка ты не будешь к моим ГГшкам подходить, а, братишка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
А, это хрень враждебная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По идее, дубик дойдет, и мне как раз хватит. Следующим ходом, значит. Купим сразу тогда железочку, и нормально будет, да? Так, ты иди пока сюда. Так. Ну, он очень далеко. Так, поганые варварсы меня немножечко тут насилуют. Давайте подолбимся чуть-чуть. Иди отсюда. Так. Мне сейчас налево еще дубиком убежать. Но мы, наверное, сначала раба стащим. Да. Давайте пока... Так, тут же нет никого. Так, этот уже побежал подселять, он чем?
Я бы на его месте, конечно, такой фигней не занимался, просто потому что лицо ему оторвут. Тут мы вот здесь встанем, на эту клеточку. Будет лес на срубочку. Сразу лагерь еще за контролем. Так, построить копье или построить раба. Давайте построим еще одно копье. Ну хотя зачем мне копье? Копье мы сейчас купим просто. Прям в этом городе. Да. Это нормальный план. Построим тут раба пока. Работаем клеточку. Так, этот чудик, скорее всего, на какое-нибудь чудо побежал или еще куда-то. Такое же злачное место. Копье, оно явно тут окупится. А нет, он побежал просто на подселяторе, да? Я понял. Оп. 100 голды. Так. Ну, тут я ГГшками окружен, поэтому не должно быть этих самых осечек, правильно? Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Мне еще скаут нужен тут посмотреть, Керу. Ой. Ой. Ну, конечно, ну, чел, ну ты... Ну, господи. Тупо торчок на Египте. По-другому не скажешь. Ну вот. Так, три города. Традиция. Пам-пам-пам-пам. Так, надо Англию поискать, но мы пока не можем этим заниматься, нам нужно закарованить нычки, иначе это все будет очень медленно. Первый караван мы вообще в столицу закинем. Вот что я понял. Так, мириться ли с этой фигней?
Даже не знаю. Ну, кстати, у него есть тут экспанды. Не так у него уж все плохо. Так. Нет. Код он у меня есть. А, столько. Так. Сейчас пойдем с Катманду потрясем. Дань. Этих ребяток забиваем. Купим какой-нибудь домик. Мне кажется, что тут можно мириться. Рабов я построю, он будет слишком долго их рожать, чтобы имело смысл за ними гоняться. Так мы с него дань будем трясти. Поганые варвары, говорит. Так, чё там по... А, тут он уже закараванился, кстати. Детишки там есть. Я, кстати, его пока не вижу. Ой. Ливнет. Чекайте. Опа. Нашли еще бесполезное чудо. Так. 4 города. Поставил мне на лицо экспанд. Ух ты, пес. А если я тебе... Ну ладно, в принципе, в его праве поставить там экспанд. Этот сейчас копишка дойдет еще одно, и мы как раз потрясем, да? Ходом, да? Ну ты чё? Очень низкое влияние. Ну и чего? Не понял. Пока не хочет мне давать дань. Давайте вот так сделаем.
Что? Ой, я забыл. Я-то думаю, что за фигня? Капец, блин, ну 6. Так, один ход до юблы. Ну, с 33. Так. Надо посмотреть, есть ли кто справа. Думать, что делать. Дальше нам. Ноттингем. Лондон. 5 человек в Лондоне. У меня тоже 5. Так. Давайте попробуем потемповать тут немножечко. А у меня вторая армия теперь. Может быть, здесь сделать копье какое-нибудь, а? Ребятам. Или здесь. Пойдемте вон тот лагерь убьем, короче. Не будем тут фигней Давайте пока холмики обрабатывать. Кстати, в колоссе пока никого нету. Можно туда зайти. Так. Угу. Пять ходов, да?
предложение принято. Это очень хорошо. Может быть, в этот раз меня не будут все упарываться? Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, что ли. Так, что там? Два города. Там, кстати, армия какая-то строится. Неужели он пойдет меня убивать? Надеюсь, что нет. Нифига себе, Иерусалим две коляски выдавил из себя. Это поворот. Минус 5,4, да? Минус 0,1. Вот обидно не построить эту фигню. Так, эти ребята там повздорили, отлично, меня это полностью устраивает. Так, мы же пойдем пока. Немножечко на молоточке встанем, да? Ну да. Так, тут какое-то невнятное расселение. Лост 4 хода. Отлично. Так. О, меня тут не это самое. Давайте эту фигню построим. Так. Давайте тут дубика сделаем. Два хода.
чтобы трясти дань. Так, маяк. Тут тоже тубика сделаем. Купим. Ну, кстати, еще даже этот можем построить. Как его звать там? Ну, архимедки 7 ходов. Садик. Капец, там он армии настроил, он что, меня пойдет убивать, серьезно? Или там под ним где-то блес, он не может быть там блесом. Блес где-то справа. Давайте все садики тоже попробуем построить. Пойдем пока вниз. Так, ума Гандалову. Ну, пока, честно говоря, не очень страшно. Тут потом навсек. Так, дубика сейчас опустим, с Ватикана попробуем трясануть еще, да? Давайте еще одного дубика.
Так. Что построили? А, Умча опять построил Артемидку. Четыре хода, да? Ну. Ну, блин, ну, чел, ну я не виноват, что ты играть не умеешь, как бы, и пишешь всякую фигню мне. 53, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему минус 53, я с него дань-то не тряс? Минус 28, серьезно? Так, два хода, да? Капец, там он настроил какой-то фигни. Ну, 15. О. Говорит, плохих игр у тебя не было. Но-но. Минус 8.
Так, мы немножечко отстаем из-за того, что у нас нету плюснычки. Я думаю, что надо просто убить какую-нибудь КГшку. Например, Иерусалим. Делать, допустим, тут пару колясочек, и тут пару колясочек. Еще ГГшечка. Так, что там у нас? 73 яблока у молодого человека, да? Так. А зачем мы строим колясочки, когда можно построить лучников? Вряд ли мне это кто-то объяснит. Ну ладно. Что там, кстати, по релишкам? А, еще ни одной не было. Еще ни одной не было. Так, давайте пока вот так. Там вот больше молоточков уже. Так, давайте пока обычной фирмой делать. Здесь пока поищем. Так, коляска не нужна. Рынок конюшни, пожалуйста.
Один минус девять. Давайте нападаем на нее. Ничего себе. Куда ты взялся, проклятый варвар? Кто тебя сюда позвал? Молотки уже забрали, да? Ладно. Очень 5 ходов. Так, давайте еще по лучнику. Ну, тут еще и коняшки есть, отлично. Давайте еще вот так вот поменяемся.
Англичанин, не соизволите ли вы подвинуться куда-нибудь, а? Так. Что-то поржать. Спасибо. Ой, ничего себе. Так. Ну нет. Давайте на раба забайтим. Не забайтился пес. Ну что такое? Нужен генерал. Ну, это ходил. Так, о, отлично. Так, может оракуля бахнуть? Ну, кто-то, наверное, уже бахает оракуля. И нет смысла. Да иди уже и не ной, господи. Ну не хочешь играть, ну не играй. Зачем ты вообще заходишь в это лобби?
Только нытик просто. Как он задрал, если честно, ребят? Что нам нужно? Я думаю, что мы опять до арты как-нибудь дотерпим. Конечно, будет капец нелегко. Но мы как-нибудь, надеюсь, справимся. Ой, может быть, он к этому побежит? Додиком. Так, что там у нас? Чего овер? Чего у тебя овер? Да говорю же. Не хочешь играть, Левай, чел? Я никто тут не держит. Ну вот нет у него желания, если играть. Ну Левай, ну все, не томи меня. Что там по армии?
Давай оракуля. Поганый коняха. Так, два счастья, на самом деле счастья больше. Так. Давайте отнесем. Так, бежим сюда. Так, ну бамба, да? В Иерусалим сейчас следующим ходом закинем. Тогда еще Катманду заберем. Так, три хода, да? Давай эту фигню.
Так, акведук. Поток счастья, да? Пока вот так. Так, челик построил Петру в каком-то экспанте. Вижу пока в каком, вот в этом. Раз, два, три, четыре, пять. На 6 клеточек. Ну, такая себе Петра. Здесь просто пару юнитов пока построим. Берем еще Катманду. Нормальный город. Тут холмики какие-то, есть речка. Thank you.
меня там 48% счастья. Он еще город, что ли, собрал у кого-то? Это ворот. Ладно, не важно, пойдемте с Кадманулу прискидаем. Мандул с Зинзибара, с Ватикана тоже сейчас потрясем, минус 15. Так, ты иди пока, собирай. Дань. Так, можно взять либо два этих засадик, да? Давайте возьмем вот так вот. Все еще минус 15. Шутки. А это не шутки, мы встретились в маршрутке. Так, немножечко молоточков. Так, у Магандалову. Только ты начнешь расти потихонечку. Минус 15, да? Так, минус 15. Что там у Англии? Денежек нету, да? Короче, следующим ходом врубаемся в эту помойку.
чё, всё? Зачилочка закончилась, типа? Или что? Я не понимаю. Почему они остаются? Так. Давайте перельем молоточек. Так, что там по армиям? Нет, ну, кстати, пока что по армиям? Кстати, тут есть кто? Только я, да? Ну, тогда у меня для них плохие новости. Так, два хода дам. Так, минус счастья, да?
Ну, счастьем мы сейчас вопрос решим. Давайте еще пару импорей сделаем. Так, ты чего? Ты сюда, да? Давай. Ой, ну, ребятки, сдались.
Ну вот мы почилили, короче, ладно, всем спасибо. Опять этот нытик все лобби развалил. Мне кажется, что если бы Сангай не вышел, англичанин бы попробовал все-таки что-то сделать. Ладно, всем спасибо.